Жители Шипуновского микрорайона Искитима вначале даже не поверили в то, что рядом с их школой и детским садиком по адресу улица Прорабская, 13, хотят организовать исправительный центр для осужденных. Но информация подтвердилась. Люди возмутились. Сплотились все вместе, как бы начали везде уж писать жалобы, вопросы, претензии во все инстанции, куда мы только не написали. Начиная от президента и заканчивая тут уже у нас всем подряд. Потом состоялось у нас сход граждан, на котором присутствовали у нас представители, что глава города, представители птицефабрики, ГУПСИНа, общественники, прокуратура. Выяснилось, что инициаторами создания исправительного центра в этом месте были ГУПСИН и Новосибирская птицефабрика. Дело выгодное, так как решает острую проблему нехватки рабочих кадров на предприятии. По этой причине птицефабрика решила передать под исправительный центр одно из своих зданий, в котором смогли бы находиться до 50 заключенных. Но жители, общественники и депутаты смогли дружно выступить против этого соседства. Поэтому после проведенных переговоров было принято решение исправительный центр в Шипуновском микрорайоне не открывать. Это, наверное, один из немногих случаев, когда общественное мнение оказалось выше интересов бизнеса.